Добро пожаловать на мой канал, с вами на обзоре манга в стране самоцветов. Давайте перейдем к самой манге. Внешняя обложка, издание английское. Издательство Kodansha Comics, Land of the Lustros, пятая книга, пятый том. Автор Харуко Ичикава. Супер обложки здесь нет, вот такой глянцевый разворот. Содержание на глянцевой страничке. Рисовка не топ, но посмотрев, кстати, последние книжки, там мне рисовка намного больше нравится, нежели чем здесь. Быстренько пробежимся по фреймам. Характеристики. Данная книга вышла в 2015 году. Kodansha Comics, и цена у него $13. У нее. Идем дальше. Шестая книжка, внешняя обложка. Кстати, заметьте, везде меняются камушки. Внутри нас ждет такой красивый разворот. Пробежимся быстро по фреймам. Данное видео даже обзором нельзя назвать, просто показываем то, что есть эта манга. $13. Седьмой томик. Очень красивая внешняя обложка. Мне нравится здесь, кстати, больше всего. Вот такой цветной разворот. И, кстати, глянец очень хорошего качества. Пройдемся по рисовочке, посмотрим на фреймы. Заранее извиняюсь за то, что что-то вам проспойлерю. $13. Kodansha Comics. Восьмая книжка. Вот такой цветной разворотик, очень приятный. Цена также $13. Девятая книга. И вау, очень прикольная обложка. Давайте перейдем к глянцевой страничке. Вот такой прекрасный глянцевый разворот. И просто взгляните на эту девушку с длинными фиолетовыми волосами. Она прекрасна. Идем дальше, перейдем к рисовке. И да, рисовка стала значительно лучше в сравнении с пятым томом. И, кстати, взгляните, сколько здесь рекламы. Реклама, реклама, реклама. Одна реклама. Так, $13. Одиннадцатый том. Красочная обложка. Давайте перейдем к содержанию. Очень красивый глянцевый разворот. И пробежимся по рисовке. Ну и вроде все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал в описании и мой магазин манги также там внизу. И всем пока. Как же много рекламы.